Здравствуйте. Что даст Самаре статус исторического поселения? Как в связи с этим изменится облик города и, в частности, его центр? Об этом говорим в нашей студии руководитель управления главного архитектора Самары Игорь Галахов. Игорь Борисович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте начнем со снов. Что означает статус исторического поселения? Ну, наверное, это определенно статусная вещь, которая присваивается городу тогда, когда он обладает не каким-то количественным показателем по объектам культурного наследия, а некой целостной средой, которая требует обязательного сохранения, восстановления и дальнейшего достойного использования горожанами. А от кого исходила эта инициатива, в связи с чем она была выдвинута, чтобы придать Самаре, миллионному современному городу, статус, казалось бы, такой вот исторического поселения? Ну, действительно, вопрос интересный в том смысле, что это тот, наверное, счастливый случай, когда встречные движения со стороны инициативы горожан, прежде всего обеспокоенных сохранением истории и культурного наследия нашего родного города, а с другой стороны, властью и регионы самого города, были предприняты шаги и инициативы по наделению статуса исторического поселения центральной части города. Итак, кто же ее выдвинул, чтобы нам разобраться в этом механизме? От кого это все исходило? От горожан? А дальше как все это продвигалось? Ну, прежде всего, конечно, горожане. Да. Ну, такой статус, такое решение принимается, наверное, на высоком уровне. Окончательно кем оно должно быть принято и когда? Чтобы мы понимали вот этот механизм. Горожане выдвинули инициативу, а дальше что? Кто ее поддерживает и как она дальше идет? Ну, на днях должно исполниться уже год, как занимается этой проблемой творческий коллектив, который был сформирован на базе Государственного технического университета, архитектурно-строительного института во главе с Шуваловым Михаилом Владимировичем. Возглавлял и возглавляет авторский коллектив такие известные, в общем-то, в профессиональной среде специалисты, как доктор архитектуры Вавилонская Татьяна Владимировна и советник губернатора Станников Виталий Эдуардович. Одному из них Вавилонской было поручено определение предмета охраны. И что касается уже проектных предложений, касающихся регламентов и границ исторического поселения, этим занимался авторский коллектив во главе со Станником. Допустим, что Самара уже получает на днях этот статус. Что будет дальше? Ну, тогда, как будет с вашего решения, небольшую ясность внесу этот вопрос. С завтрашнего дня, естественно, ничего не случится. Почему? Потому что 22 числа проходил градостроительный совет при губернаторе Азаре Дмитрия Игоревича. И решением по протоколу данного заседания к Новому году мы должны внести в правительство предложение по наделению таким статусом исторической части города, к марту месяца подготовить программу по реновации исторической среды, а уже к 1 июня 2020 года затвердиться теми регламентами, которым будет следовать любая инвестиционно-строительная и проектная деятельность в этой части города уже на правительственном уровне, я имею в виду правительство региона. Почему именно такой порядок? Потому что на заседании градостроительного совета было признано, что целесообразнее идти по варианту регионального статуса исторического поселения. Региональный статус. То есть это такие разницы, да? В чем статус? Разница статус, региональный статус исторического поселения? Ну, на самом деле, обмен мнениями, скажем так, дебаты, это, наверное, время дебатов уже прошло, обмен мнений происходит и до сегодняшнего дня, потому что есть положительные стороны при присвоении и федерального статуса историческому поселению, и регионального. Но, наверное, в данной конкретной ситуации оперативного внедрения данного документа и применения его результатов в практике, наверное, говорит за именно региональный уровень. Почему? Потому что этот документ принимается не на уровне федеральных органов, а органов региональных, региональной власти, то есть самарского правительства. У нас есть сюжет как раз с этого заседания, о котором вы сейчас упомянули. Давайте его посмотрим, а потом продолжим разговор. У
Самары богатое культурное наследие. В официальных списках числится порядка 1600 объектов. И практически все они нуждаются в ремонте. Если город получит статус регионального исторического поселения, это позволит привести объекты культурного наследия в порядок. Центр Самары – наше достояние, наша жемчужина, которую мы должны максимально сохранять, беречь для будущих поколений. В разные периоды, к сожалению, принимались решения, которые не способствовали сохранению облика старой Самары. Наша задача – создать такие условия и механизмы, при которых старый центр развивался бы гармонично, что позволило бы приводить в порядок те объекты, которые давно требуют реставрации, одновременно не допуская градостроительных просчетов при проектирование новой застройки. Сейчас генеральный план находится в стадии разработки. У федеральных структур возникли к нему замечания. И в него вносят изменения. Все они будут согласованы с жителями на публичных слушаниях. Наделение статус регионального значения позволяет нам оперативно принимать решения. И в случае необходимости, появления такой необходимости, все-таки наделения статусом федерального значения, мы всегда можем вернуться к этому вопросу и подготовить необходимые документы для принятия такого решения. Для разработки генплана предложено составить мастер-план. По сути, это свод мнений жителей, бизнеса, власти о том, как должен развиваться город. Эту идею проверят на практике на примере пятой просеки, где строится школа. Кроме того, в Самаре в реновации нуждаются промышленные территории, густозаселенные районы и частный сектор. При этом градостроительная политика должна быть согласована с планами развития инженерной, коммунальной и социальной инфраструктур. На сегодняшний день во время строительства детских садов, школ и больниц застройщики не владеют информации, как расположены коммуникационные сети, и это создает массу проблем. То есть основная обеспокоенность – это сохранение исторического центра города, да, всех этих объектов из отчества и так далее. Правильно или нет? Чтобы нам понять, для чего все это делается и что в результате даст этот статус региональный теперь уже, федеральный. Ну, я бы назвал это стартовой задачей. Угу. Почему? Потому что понимание проблематики исторического наследия, оно шире и глубже. В том смысле, что сохранение как таковое, конечно, обязательное, но это не самодостаточная цель. Почему? Потому что вернуть в современную жизнь эти объекты культурного наследия и продолжить их полноценную жизнь при современных требованиях, определяемых к подобному объекту недвижимости, конечно, это задача более емкая. То есть сохранение, восстановление и новое использование. Вот я бы сказал, такая триединая задача. Вы, как руководитель правления главного архитектора, уже представляете себе вот эту картинку, которая будет в результате вот всех этих мер, которые сейчас принимаются? К чему мы идем? Чтобы мы, как горожане, увидели, каким будет исторический центр в будущем? Как изначальная задача вот этого всего дела задуманного? Ну, я так думаю, что как мы этим делом займемся, такой и будет результат. То есть проекты, пока вот проектов нет, да, видения нет. Каким должен быть центр исторический нашего города? Нет, видение, конечно, есть. И видение не только с точки зрения его застройки, но в том числе и благоустройства, тех же общественных пространств, и озеленения, да в комплексе того, как должна выглядеть городская среда. В историческом центре города, не только исторического, но и общественного центра города. Mm-hmm. Не надо забывать о том, что 80% населения предпочитает по социологическим обследованиям проводить свой досуг именно в этой части города. Поэтому, если можно так выразиться, гостей этого района может быть, даже и больше, нежели само население, которое исчисляется сотни тысяч человек. Ну, какая стратегия? Что останется? Что будут убирать? Какой фонд старый сохранится в процентном отношении, может быть? Сколько должно быть нового построенного? Сколько старого остаться? Зодчество? Ну, чтобы мы представляли вот эту картинку. Все-таки. Я понимаю, что грандиозных каких-то вот изменений не свершится, и все-таки к чему идем? Ну, по результатам как раз изменения, надеюсь, будут грандиозные. Да? Да. Да, вот хотелось бы узнать, какие тогда они будут. Ну, если результатами считать тот социокультурный потенциал, который несет историческая часть города Самары, и которая будет возвращена к этой полноценной жизни, о которой я говорил. И если это случится, надеюсь, с нашей совместной помощью, то, наверное, мы будем
гордиться теми результатами, которые достигнем. А, в общем-то, все участники этого процесса должны быть в этом заинтересованы. Это и городское сообщество, и власти всех уровней, и бизнес, который тоже имеет возможность самореализоваться на территории исторической части. Сегодня в чем специфика нашего города, и в частности исторического центра? Что есть у нас такого, чего нет в других таких же городах-миллионниках и так далее? Ну, я думаю, наши земляки, которые бывали в других регионах и Поволжье, и России, и кто бывал за границей, отмечали для себя и такую, может быть, индивидуальность нашего города, некую аутентичность, которая обладает именно старой Самарой, и которую, конечно же, хотелось бы сохранить не только для себя, но и для своих потомков. И для того, чтобы это можно было достигнуть, наверное, необходимо комплексно подходить к проблемам развития этой части города. А основная особенность, я бы сказал, и проблема заключается в том, что, к сожалению, очень высока степень изношенности и жилого фонда, и инженерных сетей в этой части города, которые требуют больших финансовых и административных вложений для того, чтобы разрешить эти задачи наряду и с теми историко-культурными, которые ставим перед собой. А как будут решаться вот эти проблемы частных, вот этих старых уже домов, которые можно, наверное, назвать уже и ветхими, и аварийными, но чисто визуально, без придания им статуса этого? Что с ними будет? Вот какая стратегия? Их будут сносить, реставрировать, или это в каждом индивидуальном случае будет решаться вопрос вот по каждому такому дому? Конечно же, подход должен быть индивидуальным. Почему? Потому что даже вот озвученная цифра в 1500 объектов, она предполагает разного статуса объекты. Это и объекты культурного наследия федерального значения, и регионального значения, и ценные градоформирующие объекты. Собственно, те, которые создают тот городской исторический фон, который позволяет нам судить о исторической среде в целом. И подходы в этом случае к самим этим объектам и тем землевладением, на которых они находятся, тоже разница. Начиная с реактивации, то есть модификации самих объектов, если это ценные в историко-культурном наследии отношения объекта, и с возможностью реконструкции и приспособления к современному использованию тогда, когда это касается менее ценных объектов, но достойных того, чтобы их сохранить. Сегодня как территориально обозначен исторический центр нашего города? Как жителям понять, в рамках вот, территории, где исторический центр, а где нет, как его можно обозначить? Границы исторической части города были определены еще в 1991 году. И они не меняются со временем, получается? Они меняются ровно настолько, насколько мы вмешиваемся в вот этот городской исторический контекст с новым строительством, не всегда оправданным и гармоничным по своему содержанию. А вообще-то границы и обсуждаемое историческое поселение примерно находятся там, где и утверждена граница исторической части города. Это в районе улицы Полевой, Маяковской, Чкалова. Это, скажем, в перпендикулярном направлении на относительно реки Волга. И в районе Эрцебургской, Крыстылевых или Пушкина. Это вдоль реки Волги. По застройке. Хотелось бы узнать, что разрешено сегодня, что нет. По многоэтажной застройке, я имею в виду, исторический центр сегодня можно застраивать многоэтажками или нет? Ну, по каким-то вашим вот нормативам или что? Как это принимается? Ну, здесь решения? Хотелось бы немножко конкретизировать, что называть многоэтажками. На сегодняшний день два документа, в общем, которым мы руководствуемся, если говорить о масштабности, в том числе высотности застройки в исторической части города, это правила землепольной застройки городского округа Самара. И здесь речь идет о среднеэтажной застройке, многоэтажной застройке и застройке территории общественных зон, так называемых С, которые исчисляются для среднеэтажной застройки. Это 17,8 метров высоты до конька, и для многоэтажной застройки 34,4 метра. Это если говорить о ПЗЗ. Сами судите, насколько она высотная. То есть это в пределах 7-этажной застройки в максимальном исчислении, если таковая зона присутствует в данной градостроительной ситуации.
Вторым документом, или правильно сказать, комплексным документом, который регламентирует параметры новой застройки, это охранные зоны, зоны регулирования тех объектов культурного наследия, которые находятся на этой территории. Их большое количество, порядка 470-480 объектов, которые стоят на государственной охране, 230 объектов, которые числятся как выявленные объекты, и все они, на них наложены охраны или защитные зоны, которые регулируют эту высотность. Причем они это делают с таким наложением друг на друга, что иногда очень трудно разобраться в том, каким образом ими руководствоваться. Поэтому одним из положительных результатов принятия статуса поселения исторического является и то обстоятельство, что оно открывает дорогу по ревизии данных документов и подготовке документов по объединенной охранной зоне уже в соответствии с регламентами, которые будут утверждены в рамках исторического поселения. То есть некие единые правила игры, которым нужно будет следовать всем участникам этого процесса. Каким вы видите исторический центр нашего города и каким хотели бы его видеть? Вот ваше личное видение, чему бы вы отдали предпочтение? Вот как житель, как горожанин, даже, может быть, вот не архитектор, а каким бы хотели видеть? Что там должно быть? Потому что вот так посмотришь, там есть и кафе, и офисы, и прогулочные зоны, и старые ветхие дома, и культурное наследие, и зодчество, которое уже тоже вот тревожная такая с ним ситуация складывается. А ваше видение, вот все это сочетаться как должно? Я думаю, что одной из основных проблем сегодняшнего зодчества, как вы сказали, и деревянного, да, который уже... Да вообще всего этого городского контекста, который мы имеем в данном случае, заключается в низком качестве тех архитектурных решений, которые, к сожалению, предлагают нам основные застройщики города, особенно в ситуации, которая касается исторической части города. Конечно, здесь городской исторический контекст является определяющим с точки зрения тех решений, которые они могут принять на себя. И поэтому качество архитектурных решений становится, наверное, главенствующим при определении тех или иных новаций в этой части города. А каким бы хотелось видеть? Конечно, хотелось видеть благоустроенным, безопасным, современным. Все-таки современным в преимуществе своем. Современным, понимаете? Современный — это еще не значит, что он должен не носить на себе отпечаток предыдущих этапов развития. Тем более история у города достаточно богатая на архитектурные свершения, которые были произведены на предыдущих этапах. И они должны включены быть в общий сценарий города и найти свое достойное место. Поэтому современный — это не синоним что-то абсолютно нового, а, наверное, той квинтэссенции, которая должна быть в городе. Да, ну, прозвучало среди первых критериев это благоустройство и комфорт, конечно же, для горожан. И я знаю, что Самарская область презентует свои проекты по благоустройству даже на федеральном уровне. Скажите, у нас есть какие-то достижения в этой области? Как они оцениваются во всероссийском масштабе? Да, действительно, на федеральном уровне они отмечены. И можно сказать, здесь упомянуто последнее событие, которое произошло с 17 по 19 октября в городе Москве. То есть проводился архитектурный фестиваль ежегодный российской архитектуры. Это зодчество 2019. Основными номинациями были номинации, связанные с реализацией программы комфортной городской среды. И в этих номинациях был получен золотой знак. Его присвоили наши экспозиции, экспозиции нашего региона наряду с 15, которые были выставлены. Как раз номинации прям прочту из этого решения. В номинации проекта благоустройства и развития общественных, парковых, рекреационных территорий и дворовых пространств разработаны по государственным или муниципальным заказам и при поддержке органов власти. Но я хочу сказать о том, что сама выставка, экспозиция региона как раз была составлена таким образом, чтобы осветить ту сторону или тот аспект
решения данной проблематики, который говорит не просто об участии власти в этом процессе, а заинтересованности горожан в реализации подобного рода программ, причем на всех уровнях. И на уровне общественных пространств, основных пространств города, когда шло рейтинговое, мы помним, голосование и выбор этих проектов, которые уже во многом реализованы на территории города. И в том числе проектированию или формированию своего дворового пространства непосредственно около собственного дома и центром композиции, которая была представлена нашим регионом, был как раз и некая конструкция, которая предполагала как конструктор двора и подразумевала работу, совместную работу архитекторов и горожан, которые могут собственными руками формировать это пространство у себя около дома. Как вам кажется, на ваш взгляд, вот этот градус участия общественности в таких вот мероприятиях по благоустройству, изменению облика города и так далее, он растет или нет? Или, в принципе, вот так на среднем уровне остается? Или интерес все-таки повышается у общественности к таким вопросам? Или нельзя сказать, что он был когда-то слабый, а сейчас повышается? Вот как вы оцениваете это? Мне кажется, горожане оценили последние, скажем так, решения, которые здесь в этом направлении сделаны на территории города, что называется, вошли во вкус, и в этом смысле принимает все более и более активное участие, даже по количеству тех обращений, которые идет и в том же Твиттере, и просто корреспонденция, которая приходит, во всяком случае, в город, говорит о том, что люди заинтересованы и готовы дальше продвигать эти программы в жизнь. Да, потому что, мне кажется, в таких крупных городах, как Москва, Санкт-Петербург, есть намерение даже у власти сделать вот этот процесс взаимным, чтобы как бы больше горожан участвовало в преобразованиях, в вопросах, в решении вот этих вопросов. Ну, почему только Москва и Ленинград? Ну, вот у них это явно прослеживается. Ну, у нас тоже в последнее время. Но прослеживается это тоже. Тоже. Да, соглашусь с вами, да. Скажите, пожалуйста, был проект представлен уже по историческому центру, да, разрабатывали Виталий Стадников, вот вы называли уже, что он из себя, проект исследования исторического центра, что он из себя представляет в нескольких словах, и для чего он производился именно проект исследования, для чего исследования сами? Ну, если я правильно понимаю то, о чем вы спрашиваете, тот раздел работы, проектная часть, да, обоснования регламентов, требований к регламенту по историческому поселению, о котором мы говорили. Угу. Потому что сама работа состоит как бы из трех составных частей. Это предмет охраны, границы исторического поселения, угу, и те регламенты, которые определены для работы с объектами с территории этого исторического поселения в части инвестиционно-строительной и проектной деятельности. Вот, наверное, вы говорите как раз об этом. Да, ну потому что проектная деятельность, она от нас закрыта, скрыта. Хотелось бы тоже вот узнать какие-то подробности, как такие исследования проводятся. Ну, она не скрыта. Почему? Потому что время от времени появляются некоторые инициативные предложения по благоустройству и по застройке территории. Другое дело, что если вернуться как раз к проблеме исторического поселения, мы все, я имею в виду прежде всего профессиональное общество, надеемся, что выработаем тот алгоритм или тот подход, который обеспечит как раз бесконфликтное внедрение в эту среду с некими инновациями, mm-hmm, которые позволят самореализоваться не только в профессиональном, а может быть даже и в каком-то социальном, культурном смысле, mm-hmm, тех участников, которые будут заинтересованы в реализации этой программы. Да, ну без конфликтов, наверное, в исторической части города не обойтись, потому что это очень такое вот всегда отношение, трепетное даже. Вот. Главное, чтобы они имели решаемый характер. Да, и не хочу оставить другие зоны нашего города, их несколько, это промышленное, другие большие районы, крупные. Что будет с ними? Как они будут, какой подход, как они будут со временем меняться и с приданием, опять же, регионального статуса исторического поселения Самаре? Какие-то перемены в связи с этим произойдут там, не только в исторической части? Ну, здесь, наверное, уже правильно было перейти к обсуждению положения, те, которые рассмотрены в рамках разрабатываемого
генерального плана городского округа Самар, о чем вот мы в репортаже в том числе и видели. Но задача, конечно, гораздо более масштабная. И если говорить о соотношении того, что решается в рамках того документа исторического поселения, только повторюсь о том, что в данном случае мы говорим в том числе и о ядре общественного центра города. На сегодняшний день он таков. И поэтому генеральный план тоже предполагает развитие этих территорий не только как ценных в историко-культурном наследии, но как и функционирующий центр города. Естественно, с территориальным развитием в сторону Октябрьского, железнодорожного района, но пока наиболее уникальные объекты находятся именно здесь. Угу. Да, ну что ж, логически завершаем нашу программу. Все-таки основной акцент будет сделан на историческую часть города, да, вот все внимание, и то, что вот горожане именно с такими обратились. Именно это стало поводом для того, чтобы Самаре был придан статус регионального исторического поселения, как я правильно, наверное, поняла в результате. Ну, надеемся, что все это свершится, и будут изменения только позитивные, которые будут радовать всех горожан. Мне бы хотелось только дополнить, что когда речь идет о комфортной городской среде, надеюсь, приоритеты не будут отданы никому. Потому что главным действующим лицом является городское сообщество и наши горожане. Поэтому они в равной степени достойны того, чтобы жить в благоустроенной, хорошей городской среде. Ну что ж, спасибо за важную и полезную информацию. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего. До свидания.